Thank you.
Водичку мы Они потом погибли. Короче, они всю ночь будут гулять и Вот они.
Thank you.
Ценку на пароходе. Как настроение у вас? Я на берегу один дружелюбный. Видите, с вами здороваюсь. Вот люди стоят, завидуют, ждут своей очереди. Чувствуешь, еще сильнее, еще вкуснее запахло. Я думал, куда уж вкуснее, но нет, запахло. Знаете, пришло время, друзья, еще раз напомнить, потому что людей стало больше, рассказать вообще, что у нас сегодня будет происходить здесь. А здесь будет происходить много всего. О, вы нас снимаете? Приятно. Вообще, все, кто фотографирует, друзья, не забывайте отмечать аккаунт наш, визит Абрау. Вам не сложно, нам будет приятно. Хотим, чтобы как можно больше людей узнало о том, что сегодня будет происходить. А сегодня происходить будет следующее. Про мастер-классы для детей я уже говорил, они чуть дальше, что где там огромные ручки, вот это время, где проектирование модели сарафа.
Вот. Надо Ване подарок. Пойдем посмотрим. Ну надо будет Ване подарок. Там дороже. Thank you.
диджей поставит нормально. Такие же люди тоже бывают. Тесно, стрессово, стрессово. Хорошо, что нету таких Абрау-Дюрсо. Кто-то просит, я надеюсь, что это сбывается. По крайней мере, в наши сердца это поселяет какую-то надежду, да? Что если мы будем чистить Бога, с ним делать, спасибо большое, что каждый год традиционно вы приходите к нам, даете хотя бы немножко святой воды, потому что мы там... Поэтому вам низкий поклон за то, что вы после такой ночи очень сложной, понимаете? Мужчины, пригласите к нему, чтобы потанцевать. Ну что? Ну что, Ладзе? Вот это я приятно удивил всех. Это первый танцующий парень при Истере, вот он. Историческая экскурсия по русскому винному дому, между прочим. Силечка. Я рада, что я приехала.
Все уже рассказывал.